Всем доброе утро. Пойдемте посмотрим, что у нас на улице там. Ну, прохладненько. Сегодня вот когда печка разгорается, видите, дымит, а когда уже разогрета, тогда не дымит. Куда я градусник-то поешь? Сейчас посмотрим, сколько градусов. Упал что? Сугробе минус 15, палочка отломилась. Блин. О, здесь не видно, скрыты. О. Ну где-то минус 15, наверное, есть. Ладно, надо дровишек еще допилить. Так-то немного уходит, вот когда не холодно. Вот вчера сколько пилил, видели там, даже охапки, наверное, не было. И хватило до утра. Вот последний сейчас три полежка закинул. Так что думаю, нормально. В мороз, ну, две охапки будут уходить. В принципе-то. Вот это плюс маленькой землянки. То, что я там жалуюсь, что места мало. Зато быстро нагревается. Много дров не надо. Кинул через там 15 минут уже жара. Большую землянку буду строить, там дольше будет нагреваться. Ну, я думаю, сделать там как бы 2-3 комнаты будет. Ну, 2, наверное. 3-то ни к чему. Ну, может, третья какая-то там мастерская. И вот. Двери между ними сделать надо будет. А на зиму, если плохо будет отапливаться, то в одной жить можно будет. А вторые две комнаты законсервированы на это. На зиму. Оба. Косуля там прибежала. Сейчас пьем чаек, пожарим яишенку, позавтракаем. Потом напилить дров надо будет. Дверь сегодня еще сделать хотел. И повырезаем еще нарды. Какие планы? Посмотрим. Блин, надымил маленько. Пока растапливал. Проветрить дверь. Открыть. Там у меня холодильник, ну такое, то что более-менее надо, чтобы и не замерзло, и прохладненькое место под кроватью. А если что-то замороженное, то на улице хранится. Вчера вечерком еще посидел, что-то порисовал. Вот такой будет рисунок внутри. Гелевой ручкой рисовал. Такой рисунок заказали, это орнамент. Здесь еще такое будет орнамент коми там или, ну это, не помню точно. У них, короче, символ там медведь и вот такой вот знак. Такой вот рисунок будет внутри на обоих половинках. И здесь еще надо будет тоже, здесь поменьше, наверное, сделаю, не умещается такой. Вот так вот. Сегодня вторую половинку медведя порежу, пока вырезаем тоже.
Всем приятного аппетита. Землянки связь вообще хреновая, то ловит, то не ловит. Вечером чаще всего лучше ловит. Сейчас вот утром сидел так, и это ничего не грузится. Вот так по два полежка кидаю, на тление поставил, вот два полежка будет греть часа два, нормально. Птички поругались. Спорят что-то между собой, там орут на весь лес. Надо бы нам сейчас с дверьми вопрос решить. Не знаю. Сейчас что-нибудь сделаем. Классно, друзья. Получилось заснять птичек. Я уж думал, что не заснимем мы их никогда, не получится. Нравится мне, обожаю наблюдать за природой, за птичками, животными.
экспериментировать, что-то делать новое, познавать природу, смотреть там все. Пишите, вам нравится, нет? Гвоздиков нормальных нету. Забыл, что они закончились, надо докупить будет, потом пойду в город. Насобирала таких вот. Все, выравнивать будем, да. Скреплять всю эту конструкцию. Копать надо. Ну вот каркас вроде готов. Сейчас тут тент натяну и на него уже будем маскировочные листья ветки делать. Не знаю, хотел, чтобы вот так вот открывалось на себя, как бы. Вот так за веревочку, чтобы раз потянул. Но опять же снег будет спадывать. Ладно, еще подумаю. А вверх также тоже тяжело. В бок тоже снег спадывать. Если только когда ухожу, снова снега накидывать свежего, чтобы не видно было. А так-то легче было бы, раз за веревочку так вот взял, потянулся. Ладно, посмотрим. Готовенько. Вот так вот получилось. Сейчас привяжу веревку к макушке, а сюда буду приколачивать ветки всякие разные, чтобы листва и снег не скатывались, держались. Такая конструкция уже понадежнее, чем это. Из гнилых веточек каких-то делал. Здесь уже бревна конкретные. Тент тоже получше, чем пленка. В два слоя тент. Жалко, конечно, я его не для этого покупал. Ладно, потом еще докуплю. Сейчас будет понадежней. Чайку пойдем попьем. Вот так вот днем в землянке без света освещение. Ну,
камера не передает, а так в принципе-то видно все. Через камеру не видно. Когда окошка не было, вообще темнотища была. Чувствую, а сегодня не повырезаем мы с этой дверью. Видео все быстро происходит. На самом деле день быстро пролетает. Что они там маленько поделали, все уже вечер. Да и ладно, куда нам торопиться? Завтра повырезаем. Может, вечером сегодня еще повырезаю. Просто за неделю сказал, сделаю, что нарды-то эти. Надо за неделю сделать. Кстати, если кому-то надо будет еще, пишите в описании, найдете мои координаты там для связи. Телеграм, ВКонтакте. Ладно, что, погнали дальше. Слышите? Ни одной птички нету. Интересно так. Сперва чирикали, там кушали. Сейчас такое затишье. Такое впечатление, как будто они на обед, на обеденный перерыв прилетали. Семечки там еще остались. Что-то покушали, улетели. Я думал, пока все не сидят тут будут. Ладно, хоть успел кадры для вас снять. Ну и для себя тоже. Ладно, делаем дверь дальше. Привязываю веревку. Получится замаскировать. Ну, более-менее это можно замаскировать, но все равно видно будет. Из тоненьких-то я делал, оно как-то лучше ложилось и, ну, неприметно как бы было. А толстый это уже заметно. Вот из-за этого минус хотел, потому что я вот здесь делать маскировочный. Сейчас. Вот поэтому я здесь хотел сделать маскировочную дверь. Потому что с этой это все скатывается. А если бы она лежала еще маленько приутоплена, вообще бы идеально была бы маскировка. Трубу еще замаскировать, и вообще никогда никто не найдет ее. Так что я не знаю. Так меня не устраивает тоже. Буду я, наверное, копать. Все-таки схожу, наверное, куплю нормальную. Черенок березовый, специально для каелки, поищу, если есть, и уже продолблю, нормальную маскировочную дверь сделаем. Ну, это как порнография какая-то получается. Так и сделаем. Ладно, пошел, сгоняю до города быстренько, печку оставил,
Так-то я, когда ухожу за продуктами или куда-то, я убираю печку, а то мало ли, пока меня нету, кто-нибудь придет, утащит. Сейчас не стал убирать, ну сколько меня, часа 2-3, наверное, не будет. Ну здесь около 5 километров, что, полчаса туда, полчаса обратно, да там часик. Не стал убирать, она горячая еще, тем более там топится. Сейчас бегаю, ручку пострю для каёлки. Если что, куплю. Провизии еще заодно-то возьму. Вечер, и приду, уже вечер будет, наверное, снимать ничего не буду. Повырезаю еще. А то заказ надо быстрее доделать. Ждать никто меня не будет. С видеосъемками так быстро пролетел, что ничего сделать-то не успел даже особо. Так что иду за черенком. Завтра увидимся.